Даже настроение поднимается, когда ты пишешь. Бывает, что в определенные дни нет его совсем. Мне серьезно важно, где ты и чем там дышишь. Только бесконечную 8 мы меняем на 7. На совсем, понимаешь, расстаемся. Надо сразу все сжигать дотла. Мы же больше друг к другу не вернемся. И поэтому немного на тебя зла. Это крик души такой, наверное. Мне же легче переживать, когда все пишу. И такое настроение скверное, когда опять прошлое ворошу. Не спрошу, ведь смысла ты нет. Ты когда-нибудь хоть разок скучал? Не отвечай, мне не нужен твой ответ. Я же помню, крепко за руку держал. What the magic.